Ну вот, как я и говорил, чуток не доехали до оврага. Ребята, что делают у нас мужики? У нас получается вот такая-то история. Клык воткнулся во что-то жесткое. Выход из ситуации клык поднимать нельзя, потому что у нас уже идем с кабелем. Ребята шурфят. То есть копают, ищут, что там могло попасться. Надеемся, что это не труба, не газ, ничего такого. На оврагу, в принципе, осталось совсем чуть-чуть. Ну как, чуть-чуть, тут вообще они вот на овраге стоят. Вот, чтобы вы понимали, вот они. Визуально стоят уже на овраге. Санёк говорит, уже второй или третий раз. Вот они втыкаются во что-то. Поэтому мы их так долго и ждали. Вот поэтому у нас есть ребята вот на этом УАЗике. Сегодня он у нас один. К сожалению, конечно, один. Вот он помогает шурфить. Ну, осталось чуть-чуть. Сейчас мы продолжим, посмотрим, что у нас дальше будет. Дай бог, мне больше ничего не попадется. Проехали, ребята, уже 2 километра. Осталось. Сейчас отсюда не видно машину. Ну, осталось километр, наверное, может полтора. Ну, максимум, наверное, полтора километра осталось. До той точки, где они сейчас находятся. Ну, сейчас откопаем, будем дальше снимать.